Добрый вечер, Славович. Сегодня у нас в гостях достаточно известный и популярный депутат городского совета. Он был депутатом 4 созывов. Борисов Владимир Владимирович. Некоторая информация, которую мы о нем узнали. Володимир Борисов. Політична партія «Опозиційна платформа за життя». Рік народження 1979. Освіта вища, одружений, виховує 2 дітей. У Славутичі проживає з 1994 року. Працював на Чорнобильській АЕС, обіймав посаду секретаря Славутицької міської ради, наразі безробітний. Депутат 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань. Хочу задати вам сразу сложний вопрос. От ви, как бы, не знаю, може бути, не думали, що у нас буде така м'яка бесіда. Но от я знаю вас достатньо давно. Ми були з вами в одному депутатському корпусі. Я знаю ваші мечти. Я брав інтерв'ю у вас накануні виборів і во время виборів. Я взагалі удивляюсь, як легко ви відказалися від должності секретаря городського совету. Це вам вдалося тяжело? От давайте чесно. Це було дуже тяжело рішення. Нет, вы все же понимают, что при том раскладе, который был на выборах и фактически те 17 голосов, которые, ну, давайте будем говорить прямо, я буду говорить свое мнение, я не считаю, что я проиграл эти выборы, вот. Но даже с учетом того, что разрыв был маленький в одну или в другую сторону, это уже не имеет значения, то все права, скажем так, политические и моральные я имел, тем более, что политическая сила, которую я представляю, набрала больше от ближайшей политической силы почти в 2 раза, но я думаю, что справедливо и политически, и по здравому смыслу, если бы я занял место секретаря. Вот. Но, к сожалению, Фомичев в личной беседе мне сказал совершенно откровенно, что если ты найдешь 14 голосов и тебя выберут, то я буду это решение ветировать. Вы же понимаете, что это амбиции, самолюбие, это там, в конце концов, это рабочее место. И вот. Но, тем не менее, ситуация в Славутичи, политически оказалась очень сложной. Если бы сейчас я ее усугублял своими политическими амбициями, то я боюсь, что я вызвал бы, ну, давайте говорить прямо, большой негатив в сторону себя и политической своей силы. Вот. И я принял для себя довольно тяжелое решение не ложить работу городского совета под свои личные амбиции. Поэтому вот было принято такое решение. Вы депутат 4 созывов, то есть у вас, ну, громадный опыт депутатский. Вы работали при различных мэрах. Вот ваши пожелания молодым депутатам. У нас же депутатский корпус, там всего 8 человек, которые, ну, как бы были когда-то депутатами. Что им нужно сделать, чтобы не совершать вот ошибки, которые во многом делают депутаты первые, ну, скажем так, полгода? Вот что вы им посоветуете, как мудрый депутат? Ну, я бы не назвал это ошибками, вы так довольно жестко как-то называете. Ошибочное мнение многих депутатов, которые, да, вот я смотрю там эфиры, там, Дед ТВ, там, ну, детское ТВ, да, вот, я смотрю эти эфиры, да, и когда там начинают говорить там такими общими фразами, то есть люди, которые стали депутатами, абсолютно не понимают сути депутатской работы, вот именно сути. Понимаете, не открыв даже закон, не прочитав и не понимая, в чем состоит работа. Состоит их работа, как депутата. Самое главное, пусть они откроют закон и почитают. Понимаете, среди нынешнего городского совета, я открою, кстати, жителям города Славутича тайну, из 26 человек, желающими стать секретарем рады, знаете, сколько было? 4. 8 человек. Причем из этих 8 и половина даже не понимала, кто такой секретарь, чем он занимается. Понимаете? Прежде всего депутатам, ну, пусть они откроют закон, почитают, узнают, если им непонятно суть этого закона или суть то, что должен делать депутат. Депутат не должен там бегать, красить бордюры, убирать какие-то парковые зоны. Значит, ваша рекомендация вообще депутатам прежде всего знакомиться, ну, скажем, с документальной базой, на основании которой они работают. Что они могут, что не могут.
могут, что им надо делать, а что не надо. Да, а общие фразы надо оставить вот этим высоким политикам из Верховной Рады и Кабинета министров. И немаловажный такой момент, который я бы посоветовал, ну вот уже по результатам первых пленарных заседаний, это более тщательно готовиться к сессии. То есть, ну вы же понимаете, когда приходит депутат на сессию, он должен понимать суть рассматриваемых вопросов. Понятно. То есть задать вопросы там в процессе подготовки сессии, то есть изучить какие-то моменты для того, чтобы он выходил четко сформированной позиции на сессию, понимаете? Позиция может быть, я не отрицаю, что позиция может не совпадать. Позиция, да, абсолютно верно. Может совпадать, не совпадать, понимаете? Но если ты имеешь другую позицию, вот и меня многие обвиняют в том, что в прошлом созыве там я был там позапрошлом оппозиции. То есть оппозиция это не всегда, это не слово нет постоянно, понимаете? Оппозиция это выражение своей, как это сказать, своего мнения, своего видения, альтернативной точки зрения или альтернативного решения. А когда некоторые депутаты, вот посмотрите, последнее пленарное заседание по принятию бюджета, ну это уму непостижимо, депутаты, которые там в соцсетях потом описывают о том, как они там, ой, там бюджет приняли, он неправильный и все. Смотришь на голосование, они голосовали против, 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 против. Сначала они принимают все программы, да, у нас программно-целевой метод финансирования в городе, они сначала принимают все программы, потом голосуют против бюджета. Подождите, ну как такое может быть? То есть, если вы голосуете за программы, а вы должны проголосовать за бюджет. И наоборот, не проголосовали, то, но если вы не голосуете против, так вы хотя бы изъявите свою позицию, скажите, я не согласен, или почему, или вот у меня альтернативная точка зрения такая. Когда человек просто жмет на кнопку против, не выражая никакую свою, я считаю, что это, ну, давайте, я не люблю с некоторых пор подбирать выражения, поэтому я назову это дурь. Понимаете? То есть дурь, когда человек просто... Почему? Потому что я просто против. Против чего? Против, в принципе, против. Понятно. Хорошо, вот вы на одном заседании, на одном из заседаний первой сессии сказали неожиданную для меня фразу, что вам надоело быть в оппозиции. Вы хотите что-то сделать и для Славутича, что-то конкретное делать. Если кто-то решил стать оппозицией, он должен стать, во-первых, альтернативным мнением, альтернативным видением. Он должен выразить его, то есть вы, если мне кто-то из зрителей, вы или еще кто-то там из воинов Фейсбука расскажет о том, когда у меня была позиция просто против, вот, ну тогда я сложу полномочия депутата и уйду просто. У меня никогда такого не было, у меня всегда была позиция альтернативная, то есть аргументированная. Большинство вопросов мы принимали, в принципе мы плюс-минус были согласны с мнением работника исполнительного комитета, с директорами коммунального предприятия, ну в большинстве случаев там процентов 70-80, да, но все равно оставалось процентов 20 вопросов, когда у нас было просто, у моей группы, у моей политической силы и у той группы депутатов, которая была в прошлом созыве со мной, просто альтернативное мнение. Вот. И я говорю сегодня, если кто-то сегодня хочет, скажем, попробовать вот поработать в таком режиме, это трудный режим, он тоже результативный, но он должен придерживаться именно такой точки зрения, что должно быть альтернативное решение, точка. Я теперь хочу попробовать убедить депутатов нынешнего созыва, что сначала нужно любое решение для того, чтобы не устраивать на сессии кавардак, вот этот, извините, мы сначала шлифуем любое решение в комиссии, отшлифовавши там, мы что угодно там можем делать, можем подраться, можем, ну я утрирую, конечно, вот, но отшлифовать это решение до идеала, до компромисса какого-то, потом вынести на сессию, единогласно проголосовать и пусть оно дальше воплощается в жизнь, понимаете? А выносить, скажем так, ну то есть есть и такая форма работы, но, к сожалению, в прошлом созыве депутатам она была неприемлема. Поэтому вот именно вот от этой оппозиционной точки, когда на сессии ты пытаешься ее внести свою идею, это я хочется просто отойти. Получится или нет, это уже ну, вопрос как бы времени, вопрос, насколько депутаты нынешнего созыва будут понимать там, многие процессы, которые происходят. Если не будет, я не исключаю такого варианта, как было в прошлом созыве, то есть будем на сессии там. Договариваться. А вы так с такой ухмылкой говорите слово договариваться, а что, договариваться это плохо или хорошо? Нет, с моей точки зрения договариваться хорошо.
Договариваться, потому что это один из элементов политики. Договариваться вообще. Это компромисс. И политика это искусство компромиссов. Да, понимаете? Совершенно верно. Вот, но мы сами говорим об одном и том же. У нас у всех есть одна цель, да, вот конечная. Это будущее Славутича. Да. У нас может быть разное видение этого будущего, понимаете? У нас может быть разные пути развития Славутича, понимаете? Но цель, конечно, одна и та же, понимаете? А если некоторые подменяют цель Славутич на цель «я», и вот такие договорники я не приемлю. Когда человек, я не знаю, насколько корректно об этом говорить в эфире, но когда человек выходит до выборов, кричит там лозунгами «Мир, труд, май, июнь, июль, август», это самое, уже штампованными фразами рассказывая о каком-то там призрачном будущем Славутич, что мы там все будем жить хорошо и все остальное, а выбираясь депутатом, начинает решать свои вопросы. И вот этих договорников я не приемлю. Ваш совет будущему секретарю о том, чтобы он не должен объединять. Или точнее объединять, это не самое главное. Вот этот абсолютно бредовый лозунг о том, что секретарь городского совета должен объединять депутатов, это абсурд по сути своей. Мы же с вами понимаем, вы же были депутатом ни одного созыва. Да. Ни один секретарь, ни одного еще городского совета, ни одного органа в Украине никого не объединил. Он максимум, что может объединить, это простое большинство, в нашем случае 14 человек, там где-то там 25, а где-то там 40-41, да, по количеству депутатов. Он может объединить максимум большинство, может чуть-чуть больше большинства, но он не обязан объединить всех депутатов городского совета. С этой формулировкой вы в том числе увольняли меня в прошлом созыве, но она незаконная, и суд, кстати, это доказал, но функции у секретаря Славутического городского совета, как и другого городского совета, они другие по закону. Открываем статью 50, там закон о местном самоуправлении, читаем функции секретаря, дальше полностью творческий полет фантазии, насколько секретарь готов, умеет работать, как работать, что от него зависит, от его внутреннего мира, понимания и все остальное. Понимаете? Насколько я понимаю, шла о том, что вы должны своим внутренним пониманием объединять депутатов даже с разными точками зрения, чтобы добиться какого-то результата, Александр, то есть положительного, не было, условно говоря, 13 на 13 и один воздержал. Мы с вами поклонники закона или каких-то эфемерных понятий. Мы с вами поклонники закона, но если мы с вами поклонники закона, то секретарь Рады должен выполнять свои должностные обязанности, определенные законом, в частности статьей 50 закона Украины о местном самоврядовании. Точка. Вот он их или выполняет, или не выполняет. Если он выполняет, к нему вопросов нет. Если он не выполняет, меняем секретаря. Все. А все остальное объединять кого-то еще. Объединяет, пусть, я не знаю, там мать Тереза, там Владимир Петрович Удовиченко, там еще кто-то, понимаешь, там вокруг себя своя аура, харизма там, или еще чем-то. Вы согласны, что Владимир Петрович объединял? У меня такое довольно спорное, противоречивое отношение к личности Владимира Петровича, но, безусловно, это очень сильный, харизматичный человек, который способен был находить компромиссы, а когда он не мог их найти, он просто гнул через колено. Давайте так. С вашей точки зрения, что нужно сделать депутатскому корпусу, чтобы жизнь Славутича улучшилась? И какие первоочередные задачи они должны решить? Скажем, три основные направления, благодаря которым в Славутиче начнется какое-то положительное изменение. Если мы говорим о депутате уже как о продвинутом, я считаю, что депутат в рамках своих полномочий может привлекать инвесторов в хорошем смысле, это очень правильно, лоббирование интересов этого инвестора. Это сам может, скажем так, делать свои программы какие-то, реализовывать их потом. В каком направлении в данном случае должны, с вашей точки зрения, работать отдельные депутаты? Я считаю, что если мы в этом ключе будем рассматривать деятельность депутата, то я считаю, что в первую очередь это направление привлечение сюда в город вполне конкретного какого-то производства. То есть именно производственных мощностей. То есть это основное направление, которое, на мой взгляд, может вытянуть Славутича из того
сложного интерферентного состояния, в котором мы оказались. Вот, понимаете, вот вам знакомо значение слова интерферентное? Вот мы сейчас в этом состоянии находимся. Вот вытянуть его из этого или придать новый какой-то импульс к нашему этому состоянию, вот, мы можем только привлекая сюда производство. То есть самое главное направление — это производство. Второе немаловажное направление — это как минимум не ухудшить ту ситуацию, которая у нас есть с медициной. То есть нам нужно максимально удержать специалистов, вот, для того, чтобы, ну, нам без них никуда. Ну, вот, то есть, я не говорю сейчас об улучшении, я говорю о минимальных требованиях, о том, чтобы не стало хуже. То есть тоже с образованием, с культурой в том числе. То есть я не понимаю депутатов, которые на сессии городского совета, ну это вообще за гранью понимания того моего, говорят, давайте там сократим библиотеку. Давайте сократим, прекратим финансирование центру реабилитации детей-инвалидов. Ну, то есть, ну, есть такие вещи, я объяснить которые в принципе не могу. Да? То есть, когда депутат говорит о таких вещах, это, так вот я считаю, что вот эти направления мы должны сохранить, развивать, привлекать, то есть больше производственных каких-то мощностей в город для того, чтобы у нас было... скажем так, производство, рабочие места и что-то такое, константа какая-то вот в чем-то, да. Потом можно играться уже там с политикой, там, благоустройством, там, распределением там, налогов, там, все остальное. Хорошо. Ну, видите, я вытащил из вас направление, все-таки некоторые, это медицина, культура, образование, что, в общем-то, является, ну, наверное, приоритетом в любом городе, нормальном, цивилизованном городе. Ну, я всегда говорил, что... ржавые трубы и дырки в дорогах – ничто по сравнению с потерей вот этих основных направлений – медицина, культура, спорт, образование. Понятно. Хорошо. Вот давайте к медицине вернемся. Как вы считаете, вот в области медицины Славутич начал движение вперед или вообще началось какое-то движение? Тем более, что вы были, ну, по большому счету, инициатором смены руководства предыдущего. Вот оно дало положительные результаты с вашей точки зрения? Нет, ну определенные результаты дали, положительные или отрицательные, это покажет время. Сейчас трудно оценить. Не все так хорошо, как мне казалось на тот момент, когда я инициировал этот вопрос. Я вам хочу сказать, что я бы откровенно поступил по-другому. Но это политика, оставим ее на тех, кто эту политику проводит. Определенные сдвиги есть. Сдвиг — это уже хорошо. В хорошую или плохую сторону сдвиг уже, это уже хорошо. Даже в плохую сторону. Есть такая теория, по которой даже неправильно принято решение, это все равно... Это решение. Это положительный опыт. Это не болото, да, я согласен. Вы поймите, что те 30 лет, в которых мы там стояли на месте в части медицины, то есть у нас не происходило никаких вообще движений там абсолютно, то есть это даже застой. Не задаю вам вопрос на эту тему. Понятно. Хорошо. Вот я знаю, что вы вместе с группой депутатов утверждали, что Славутичу нужен роддом. Вы по-прежнему так считаете? Да, я по-прежнему так считаю. Я по-прежнему считаю, не Александр Алексеевич, то, что у нас маленькое количество, вы хотите мне, маленькая рождаемость, это не аргумент. Я вам, давайте так, давайте обращаться все-таки к официальным цифрам, вот, и к тем цифрам, которые показывают количество детей новорожденных, зарегистрированных в городе Славутичи. Это и будет показатель рождаемости, а не те фактически, кто у нас там стоял на учете, там, или кто фактически у нас родил. Потому что многих на стадии там, ну, там, с определенного месяца беременности отправляли просто в Чернигов и на этом все. Я же говорю о том, что мы должны в Славутичи не просто иметь родильное отделение, а полноценный роддом. При этом мы должны быть строго ориентированы на жителей города Славутича. Это одно направление. И второе направление — на жителей близлежащих населенных пунктов. Сейчас вот эта вот реформа нам позволяет фактически зарабатывать на них, ну, я хочу быть понятым правильно, зарабатывать на них деньги в каком плане, что каждые роды в какой-то там
в каком-то заведении, да, это деньги от НСЗУ, да. Вот, это, и зарабатывать на этом, это сейчас нормально, понимаете? То есть, если мы будем ориентированы на жителей города, в случае ближайших населенных пунктов, это нам даст сразу, то есть, необходимый, ну, почти минимум тех родов, которые у нас должны быть. Вы же поймите, роддом — это же не просто место, где рождаются дети. Это символ. Это символ того, что Славутич еще жив, что он еще держится, понимаете? Как только, ну, это тут еще психологический некоторый такой аспект. Вот, понимаете, о чем я говорю? Поэтому я считаю, что роддом Славутич должен быть. Точка. Все, ну. Понятно. Я не буду как бы аргументировать свои точки зрения. Я не депутат городского совета, я просто журналист, который задает вопросы депутатам. Хорошо. Смотрите, на одной из сессий у вас возник такая яркая или горячая дискуссия с депутатом Почепом. Он сказал, что заставит всех спилкуватись на сессии украинской мовы. Вы высказали другую, противоположную точку зрения, что вы будете говорить на том языке, ну, на котором вы понятны избирателям. И мова мовой, но если вам краще размовляти российскую мову, то вы будете размовляти российскую мову. Вы по-прежнему придерживаетесь этой точки зрения, тем более, что, в принципе, насколько я понимаю, ну, есть соответствующее распоряжение, что депутаты должны размовлять державную мову. Печать сессии. Вот в коридор вышел уже на любом. А так. Вот печать сессии тільки держава. Конституция Украины и другими законами мне гарантировано право говорить на русском языке. Нет ни одного закона, подчеркиваю. И чтобы там есть такие, знаете, вещатели, которые услышали звон, как где-то вот там далеко, а потом пытаются желаемое за действительное выдать. Так вот, ни одного закона нету, который обязывал бы меня говорить на украинском языке во время проведения пленарных заседаний. Ну, во время сессии, скажем так. Да. И во время, ну, в данный момент идет речь о пленарных заседаниях. Ну, что касается о том, что если целый депутат Славутического городского совета пришел в депутаты только ради того, чтобы, как он выразился, заставить меня говорить на украинском языке, я рекомендую ему не мучить себя, написать заявление, идти заниматься своими делами. Почему? Потому что у него это попросту не получится. Заставить меня что-то делать, как многие уже, я надеюсь, поняли, это крайне тяжело. Единственное, что я, вот все должны понимать, это не антагонизм к языку, это наоборот проявление уважения к этому языку. Я поясню почему. Потому что, слушая, как многие депутаты, в том числе и депутат Почеп, говорит на украинском языке, вы знаете, мне хочется, ну, я такой немножко это самое, проткнуть себе барабанные перепонки. Потому что я не могу, я русскоязычный гражданин и русскодумающий гражданин этого государства, я не могу слушать, как некоторые просто настолько коверкают язык, думая, что, ну, то есть, если вы хотите говорить на государственном языке, ну, так вы хотите, хотя бы пойдите там на какие-то курсы, как сделал это я, между прочим, да, никто об этом не знает, вот, как это сделал я, для того, хотя бы для того, чтобы на слух принимать, правильно или неправильно это самое человек говорит, а то, как вот эти вот русизмы, там, знаете, когда человек останивка... Ну, не хватает, да, запаса слов. Да, вопрос не в этом. Зачем коверкать язык, унижая тем самым этот же язык? Я вас разумею. Но человек пытается. Вот он, и он не пытается. На стадии изучения он пытается вот, там... Послушайте, дословно. Послушайте, да. Это не попытка. Это не попытка. Это, знаете... То есть это принципиальное решение. Показать кому-то, что я говорю на Украине. Я пытаюсь сейчас тут подобрать многие слова. Да, я разумею вас. Для того, чтобы никого не обидеть. Вот, вот. Но показать кому-то, что вот я перешел, всех заставим перейти. Ну, это абсурд, понимаете? Ну, нельзя ли... Вот, понимаете, в чем беда нашего общества? Мы же выбираем людей не потому, какой он хозяйственник, не потому, какой у него точка зрения, не потому, как он видит развитие там, города, области, государства в целом. Понимаете, мы не по этому признаку выбираем. Беда нашего общества, что мы его выбираем потому,
кричит ли он «Слава Украине!» героям слава, оборачивается ли он в государственный символ, государственный флаг, чего я не приемлю делать. Я считаю, что это, за это нужно наказывать, привлекать к ответственности, потому что это символ государства, понимаете, в него оборачиваться нельзя. Понимаете, но у нас, к сожалению, некоторые рафинированные патриоты считают это нормой, и они по вот этим признакам определяют, это система обнаружения свой-чужой, понимаете. И ты коверкаешь украинский язык, оборачиваешься во флаг и кричишь «Слава Украине!», значит, ты свой. Если ты так не делаешь, значит, ты чужой. И вот по этому признаку, вот беда нашего общества, что мы именно выбираем депутатов, мэра, депутатов районных, областных, и президента Украины в том числе. Хотите, Славутич хочет, чтобы я перешел на украинский? Да не вопрос. Вообще не вопрос. Я, кстати говоря, в свое время, мы перед эфиром об этом говорили, но на английском тоже неплохо общался, но, к сожалению, нету практики, нету английского. Но мне для этого нужно 2-3 месяца для того, чтобы восстановиться. На каком языке они хотят, чтобы я говорил? Но что от этого поменяется? Вот в чем вопрос. Но могу вам обещать точно, Александр Алексеевич, что... Какую сессию вы будете разговаривать только украинскую? Если ваша ласка, я могу разговаривать прямо на эфире. Прямо зараз. И, кстати говоря, я вот что могу точно пообещать, да, вот какие изменения в регламент, да, это то, что я внесу изменения в регламент, что депутат городского совета, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на сессии городского совета, должен быть удален и лишен права голосования там на одну, две, на три сессии. Хорошо. У нас есть замечательный лозунг «Славутич – место новых идей». У вас есть какие-то идеи новые? Как сказал один человек, место новых идей по старым схемам. Хорошо. У вас есть какие-то идеи, которые вы готовы внедрить и считаете, что вот эта новая идея, ее нужно внедрить в Славутич, и все будет очень хорошо? Если вы в таком ракурсе задаете вопрос, так задайте вопрос, есть ли эти новые идеи у тех, кто придумал этот лозунг. Как по мне, да. Так нам дай бог реализовать то, что старая идея, то, что мы начали. Да? А то мы приносим эти новые идеи. Честно, я говорю, я вам сейчас в ходе прямого эфира, почему я не хочу озвучивать это? Да, я не хочу превращать это в лозунги, понимаете, переносить этот эфир в какие-то эфемерные, накидать вам тут 150 сейчас новых идей, да, которые никогда не будут реализованы, и которые половина из жителей города. Да, давайте старые реализуем, потом хорошо, хорошо. Давайте к старой идее вернемся. Она достаточно уже долго звучит. Славутич, это Киевская или Черниговская область, с вашей точки зрения? Однозначно Киевская. Почему? Мало того, у меня даже более наглое мнение, давайте назовем его так, более наглое мнение, чем у многих. Я считаю, что мы должны остаться в Киевской области, но через отдельный закон какой-то, надо его пролоббировать, для того, чтобы мы смогли к себе присоединить близлежащие населенные пункты. Села ближайшие, да? Киевские, чтобы быть каким-то районом Киевские, и в Черниговской одновременно. Нет, чтобы быть именно Киевской области, Киевской. Еще присоединить к ней часть Черниговской. Мы не можем перейти сейчас вот в том виде, в котором нам сейчас предлагают перейти. Я не противник этого. Просто есть объективные показатели, по которым мы не можем сейчас это сделать. Понимаете, если мы переходим в Черниговскую область, давайте начнем от мелочей. Да, нам нужно переделать все юридические адреса, получить новые знаки на автомобильные. Нам нужно привести в порядок все документы. Там и т.д. и т.п. Это время, это куча денег, нерв, работы ЦНАПов, юстиции, еще чего-то. То есть это огромный кусок работы, который я не вижу смысла сейчас проводить. Это первое. Второе. Место уплаты налогов пока еще, к сожалению, потому что мы за 20 лет так и не ушли от монопрофильности, место уплаты налогов градообразующего предприятия, Чернобыльская АЭС. Оставят ее у нас? Можно думать двигаться дальше. Если точка зрения такая, давайте, это будет в Киевской области, вы идите в Черниговский, нет. Следующий вопрос немаловажный. Черниговская область классно, да, классно. Я понимаю, что это определенное удобство для нас же. Но мы же понимаем, что те, кто лоббирует сегодня переход Славутича в Черниговскую область, им что интересно?
Мелкое вот это образование, аппендицит вот под названием Славутич, чтобы земля была, да у нас там сколько там, 100 гектаров земли, ну я утрированно говорю, 100 гектаров земли, там 2 локтя по карте, да, кому мы нужны, Черниговская? Им нужны налоги наши, им нужны наши обороты. Вот, потому что они большие. А зачем им нужны? Для того, чтобы их располовинить. Вот. Ну, я в этом смысле эгоист. Я жадина в этом смысле. Я не собираюсь ни с кем делиться. Это наше, заработанное пока. Там каким... Это наша Киевская. Ну, вот, да. Это, да не важно, наша Киевская, наша Славутичская. Вот, понимаете, я не претендую на вообще отдельное образование. Это наша Славутичская. Понимаете, делиться там с Черниговской губернией своими налогами, статусом и благополучием Славутича я не готов. Там же есть нюансы. Та же, той же самая медицина и так далее. Вот, но все равно в основном... Да, медицина, Александр Алексеевич. Медицина в том числе. Потому что как только мы переходим в Черниговскую область, в Чернигове очень хитрая уже и шустрая медицина. Они сразу скажут, о, Славутич у нас, вам медицина не нужна, обслуживайтесь у нас. Я уже не буду тут кричать про роддом, который я хочу в Славутиче, да, мне тут, дай бог, фельдшерско-акушерский пункт. Я знаю, что у вас достаточно сложные отношения с мэром, но вы как бы участвовали в гонке, у вас разница была всего 18 голосов. Как вы думаете, что должно произойти, чтобы вы все-таки нашли общий язык, ну вот ради такой как бы плакатной фразы, ради Славутича. Еще раз, Александр Васильевич. Чтобы объединить ваши усилия, да. Чтобы не поставить вот их как бы друг против друга, вот, а объединить. Вот что нужно для этого вот сделать? Вот послушайте, у меня с мэром города никогда не был, наш личный конфликт никогда не, перерос, не переползал на отношения... хорошо, наши сложные отношения никогда не переползали на это. Я еще раз говорю, есть разные точки зрения, есть понимание процессов, есть понимание того, в том числе, что такое хорошо, что такое плохо. Давайте я так это сам скажу. Я считаю, там вот это. Я не хочу там вспоминать арки там, и все остальное, там уже это. Понимаете, вот я говорю, вот это хорошо, вот это плохо. Но я же вам рассказал в начале интервью, да, то есть о том, что когда встал вопрос между моими амбициями и помощь моему прямому политическому конкуренту, любой бы из меня, любой, пусть меня, ну вот, и любой из 26 депутатов, вот сделал бы, я, ну, большинство, не любой, большинство, сделал бы, так бы не поступил. Он бы не стал переступать через себя ради того, чтобы там что-то сделать, ради того, чтобы не блокировать работу городского совета, ради того, чтобы принять бюджет, Александр Алексеевич. Потому что это главный документ на следующий год, с учетом того, что у нас минус 10 миллионов. Я бы мог рассказывать, что давайте там накидаем денег во всю... и был бы героем и всем остальным. Тем не менее, я, скажем, спустил пыл своих политических и амбиций отношений с Юрием Кирилловичем. Вот. Мы приняли бюджет, мы внесли в него, мы на комиссии поработали, внесли в него изменения, те, которые хотели. Да, он не идеален, этот бюджет, но он принят, и он все не работает. Мы не будем жить по 1/12, мы будем жить как положено. Мы не сократили финансирование на библиотеке, мы его оставили. Мы не убрали финансирование, как там партия «Голос» предлагала, давайте уберем финансирование с Центра реабилитации детей. Мы его оставили. Мы оставили надбавки с тренерам. Что очень важно сегодня, потому что человек, получающий минимальную заработную плату, работать здесь не будет, он уедет отсюда. Их нужно в том числе сохранять. То же самое по финансированию медицины. Смотрите, 5 лет пройдут достаточно быстро. Я не знаю, ну вот меня, допустим, удивило количество славутчан, которые пришли на выбор. 35,7%, ну, чуть больше 6 тысяч. Что нужно сделать современному депутатскому корпусу, ну, в частности, вам, чтобы народ, ну, я понимаю, что народ перестал верить во власть, ну, в верхнюю власть, скажем, ну, и ту власть, которая у нас в городе, чтобы они все-таки пришли на выборы и выбирали, чтобы это было, ну, как минимум 50%, тогда и ошибок будет меньше, и выбирать будут, ну, как бы, наиболее, ну, как бы, достойных депутатов и так далее. Что, с вашей точки зрения, нужно сделать? Есть такая старая английская поговорка: вы можете привести лошадь к воде, но заставить пить лошадь вы не можете. Угу.
То есть мы не заставим словачан пить? Мы не можем заставить людей выбирать свое будущее. Не можем. Если, как вы правильно сказали, это общая тенденция разочарования людей во власти. Людям уже надоели выборы, бесконечные обещания, бесконечная трепотня вот это, и отсутствие конечного результата, хотя бы промежуточного какого-то результата. Им это все надоело. Я, если вы видели эфир на Интере, буквально там за 2 дня до выборов, я был на прямом эфире на Интере, вот, там, с достаточно известными современными политиками, когда они утверждали, там, что у нас будет нормальная явка. Все, вот я один сказал, что, господа, у нас будет крайне низкая явка, потому что людям просто это уже надоело. Вот. И единственный путь, по которому я сейчас вижу перспективу, чтобы люди больше ходили, это или повышение доверия к, ну, скажем, давайте так, на 3 разомнем, или повышение доверия к политикам, или возвращение нас к настроениям реваншизма, да, ну когда вот противостояние там Янукович, там Ющенко, там Янукович, там Тимошенко, там к реваншистским вот этим направлениям, да, вот тогда мы, или третье, это в законе установить, то есть если ты гражданин этого государства, ты обязан выбирать власть. Под словом обязан подразумевается то, что человек на каждые выборы, если человек не приходит, то может он прийти только по уважительной причине. Во многих странах, в том числе и Европы, это нормальная практика, когда человек не пришел 3 раза подряд на выборы без уважительной причины. Его могут гражданство лишить за это и сказать, ты зачем нужен такой гражданин, который не выражает свое... Я понимаю, это не популярные слова, я понимаю, что это можно так довольно жестко сидеть, но мы не можем, мы же выбираем, и вы, и я, даже не как кандидатом в мэры там, или депутаты, вот, а то, в том числе и гражданин, мы же с вами выбираем по остаточному признаку, мы выбираем с вами меньшинством. Да. Вот. А когда меньшинство, я не имею в виду меньшинство за политическую силу, а меньшинство избирателей, начинает руководить государством, вот это первый шаг к тому, что мы сейчас имеем. Да? Вот я первый показатель, это мое мнение, становление Украины как государства крепкого, это будет количество людей, которые будут приходить на выборы. Или мы должны прийти вот конкретно взятом одном Славутичи, то есть сформировать такое мнение о власти, чтобы показать всей Украине, что Славутич на выборы ходит там 70-80 там, процентов. Было. Так мы должны прийти и показать всей Украине, что мы единственные во всей Украине, мы умеем консолидироваться для того, чтобы выбрать власть, для того, чтобы показать свое мнение. И это будет тоже плюс Славутича, это тоже будет, мы должны к этому прийти, это был всегда феноменом Славутича, давайте назовем это так, и мы должны к нему вернуться. Вот обратите внимание, когда мы голосовали вот так, как я вам говорю, да, когда нас там 70% приходило на выборы, мы жили по-другому. И славучане должны знать, чем больше их придет на следующие выборы, тем лучше они будут жить следующие 5 лет. Это мое мнение. Спасибо большое. У нас в гостях был Владимир Владимирович Борисов. По-моему, был достаточно интересный разговор. Он ответил на несколько вопросов, на которые я даже не ожидал, что он будет отвечать. Достаточно откровенно. Спасибо за разговор. Спасибо вам за то, что пригласили. Надеюсь, это не последняя наша беседа. Впереди еще 5 лет. Впереди 5 лет, я думаю, в любом случае еще будем встречаться. До свидания, до новых встреч. До свидания.